Так, короче, этот... Я сейчас так чихнул, пока тебя не дал. Жестко, аж понял? Аж, короче, эти, аж... Аж сопли повисли на микрофоне. Фу, бля. Ой. Компотик хорошо заходит. Чуть-чуть. Блин. А, так стоп, надо зеленый бить. Ездил, короче, это вот в отпуске был, ездил в село к бабушке. Я был в шоке с того, что там в селе, вроде, ну, как бы, да, вообще, вот. Что, что, ну, еще раз? Ну, все понимают, что такое, что, что такое село, да, вообще. Ну, село, а, да. Да, тут получается такое интересное село, что даже, как ни странно, GPRS с Edge Plus'ом как-то они вот чередуются. Я в шоке был. Типа, нормально? Типа продвинутое село, да? Ну типа да, такое местоположение, что... А прикинь, короче, село, это самое там в городе, да, рядом 3G толком нету, а блин, это там... А в 50 километрах от него там в каком-нибудь зажопье этот LTE, короче. Че, нормально было? Да. Ты мне пишешь, да, там, короче, оцени видос, посмотрел, поржал потом. А ой, там... чувак. Я весь трафик просрал. Да, чуваки там блюрей, качество в потоке могут смотреть. Да, только не с нашими тарифами. У нас за это брали бы немерено просто денег. Нет, я тебе говорю, это типа эти из села, из Мухосранска, понял? Или с Рахамунска. Блин, так меня вот это бесит, в метро еду, знаешь, вот тут реально такое ощущение, что, что писец, блин, весь, блин, Луганск с Донецком тут, короче. И смотрят. Просто бесит, короче, столько жлобья, это капец. Вот, вот он встанет и смотрит, блядь, что ты смотришь? Столько этого жлобья, это просто какой-то капец. Так бесит. Вот чисто, вот реально, вот, вот только по этой причине, блин, хочется себе тачку, чтоб не ездить, не ездить с быдлом, блин, вот реально. Я сегодня вообще, короче, такой, выхожу с магазина, смотрю, сидит там, курит, это самое, ты бьёшь. Курит, она, получается, распространяет рекламу от Metro вообще, от компании, короче, там праздниками занимается, организация всяких там мероприятий и так далее. Фау. Пенальти. Так, это читерство. Ну а что делать? Ну и чё? И короче, это что-то туда-сюда. Выхожу такой с магазина, смотрю, сидит, курит что-то там. Ой, говорит, мне типа надо будет, короче, профессиональные столы на этот самый, на субботу, типа, короче, что-то будет очередное проводить, типа, там, тра-ля-ля, типа, ты мне поможешь, если что, говорю, ну да, говорю, возьмете у нас с витрины, потом, говорю, мы их вымоем, да и все, говорю, ну, там, это, клининговая компания наша, понял, которая там все вытирает, все затирает и так далее, приведут их в должный вид, говорю, мы их натрем, у нас есть средство специальное такое, понял, металл, короче, натирает так, как будто это срез, вот, живой, вот, только что срез был. Да, прикольно. Вообще классное средство, не сильно дешевое, но офигенное. И короче это, она такая, о, типа, да, да, хорошо, туда-сюда. Говорит, а те же на теремки? Говорю, ну да, типа. Говорит, что такое? Говорит, да я сейчас туда еду, короче, типа, поехали. Говорю, хорошо, сел, короче, с ней нашу корпоративную машину, Лейнос. Она за рулем, я сейчас сижу такой, нормально, ехаю, блин. Пока ехали, потрещали за то, за все, блин, да и нормально. Блин, а оно еще, знаешь,
Ну, так ржачно. Едешь ты в метро. Ну, и едет эта элита, да? В спортивочках вот это вот. Элита. Да, элита. И среди этой элиты, короче, типа, едет дама в шубе. Это так ржачно, блин, смотрится. В шубе и спортивка, да, очень ржачно. Не-не-не, такая, ну, типа, портовая такая девица, да, типа... Ну, у которой в Инстаграме она там только на Бали, там, я не знаю, на Каенах, короче. А в реале она в метро едет среди вот этой... А в реале она на Ебали и на Лабутенах. Ну, о, хорош. Кстати, насчет противочек я тебе скажу, я вот последний, наверное, год в основном таскаю только спортивные штаны, не знаю, блин. У меня спортивные штаны последний раз были на этом. Последний раз я их покупал в 11 классе на физру. Не, ну, смотря какие спортивные штаны. И в них же я их же донашивал в этом самом, блин, на первом курсе в институте еще на физре тоже. Все, больше у меня спортивок в жизни не было. Чё, я ж забил. А ты, видно, мой забил. Так, мне надо желтый бить. Блин. А как же его бить? Откуда его бить? Ладно, просто я не знаю, в городе вот это ходить в спортивках — это зашквар, ну реально. Знаешь, почему хожу? Потому что извечная, бля, ботанская болезнь, называется стальные яйца. Опа, смотри. А что, у тебя джинсы вообще никак не канают? Канают, просто что они протираются у меня постоянно, они сверху тупо все новые, вот здесь, ну, между ног протерка, дырку просто. Так, а я, ну так, блин. Как делаю я? Я себе иду в Коллинз, беру джинсы, я их затираю до дыры, я их выкидываю, иду, беру новые. Вот так это и работает. Это понятно. Просто реально как-то, знаешь, некомфортно. В смысле, они у тебя очень быстро затираются? Очень быстро, вообще очень. Не знаю, мне года на полтора одних хватает. Чувак, если бы мне хватало на полтора года, я бы вообще ничего не сказал. 6 месяцев — это потолок. Просто я жарю. Я беру одни... Я их убиваю просто в хлам и потом выкидываю, беру новые, и все. То есть как-то так. Не, тебе не этот, походу, надо бить, а вот тут розовый. Ну ладно. В смысле? А, это я уже... То розовый, а то фиолетовый или какой-то. У меня просто, понимаешь, сейчас перед глазами, они у меня сейчас одинакового цвета. У меня сейчас такое состояние, что мне, в принципе, все равно, что бить. Блин. Сейв плей. Я типа мяч засейвил, понял? Я его не забил, я его засейвил. Ну ты мой мяч забил. Получается, кто первее типа забьет, грубо говоря. Это что-то непонятно вообще. Я тогда забил этот самый, главное, черный забил, мне слов не сказали, а забил полосатый, типа, фол. Как это понимать? Ну, так же, как вот эту музыку. Да, музыка говно вообще. Мне не нравится. Она, знаешь, она вот как минимал, вот тупо зациклена, один этот такт, и все, и по кругу, короче. Так ты послушай, сколько здесь нот. Один это. 4 секунды реально. Блин. Вот та музыка с первой, она мелодичная, она прикольная. Ну не Streets of Rage, но ну пойдет. Да, Streets of Rage, конечно, вас подъебал сегодня. Поиграли. Пиздец. Короче, мне пофиг, я хочу вот этот забить. Ты понял? То есть надо бить только тот цвет, который
на картинке. Вот в чем фишка. Хрена. Стой. Офигенно, офигенно. Тупо по диагонали вниз бьешь и все. Просто вот ничего не трогаешь и бьешь. А, слушай, в натуре. Вот это мне нравится так. Шлуп, все, готов. Да. А этот от борта его, от верхнего бил бы. Может что-то и получится. Я ж таки хочу. Получилось. А, а, то есть, если ты этим шаром забиваешь другой, да, то значит все нормально. Да, все, теперь я въехал. Я тоже. Хотя я думал, что у меня сейчас аут тоже будет. Не, я уже понял, что типа, если ты бьешь тот шар, который тебе пишут, но забиваешь другой, это, короче, все нормально. Ну это другая, вот мне интересно. А, так подожди, есть девятка, а есть восьмерка. Может быть, вот тот бильярд, ну там где бить цельный полосатый, это восьмерка. Может быть. На Сеге дофига было всяких бильярдов, там Миннесота Фэтс, Супер Нинтендо. На плойке тоже есть этот самый. Ну просто что там куча других есть игр, поэтому как-то бильярд он. Это то же самое, как танки. Вот выпустили танки там, ну, кстати, вот, кстати, реально, там совсем другой движок. Там графика лучше, там добавили эти тени, мокрые, короче, намокание объектов. Ну, короче, вот эти все куча плюшек. Звуки выстрелов другие. Ну, реально, они подмарафетили, то есть танки на блоке очень круто выглядят. Но фишка в том, что они там нафиг не нужны, понимаешь? Потому что там есть куча, блин, реально классных игр, ради которых в эту плойку и беру. Как бы. Ну так это же надо еще понимать. Некоторые даже не хотят ничего не слышать, не видеть. Нет. Те, та аудитория, у которых есть плойка, они это понимают, понимаешь? Это тут-то в этом. Я к чему и говорю, что в принципе оно там. Ну как-то, так сказать, ни к селу, ни к городу. Ну, с другой стороны, есть, знаешь, все равно универсально, мало ли. Ну, прикольно, что чем больше игр, тем лучше. Что хочешь, то хочешь, это ж классно. Ну, в принципе, да. Что библиотеку расширяет и переиздание классики, вот куча всего, что я тоже пропустил, да, ну, когда-то хотел поиграть, тоже есть. Ну, прикольно, что у тебя, в принципе, одно устройство, и в нем все есть. Все удобно, так тактильно, то есть уже сразу привык уже. Я включил. Не, консольки это круто. Если честно, даже немного жалко как-то, что с вот этим с Xbox, блин, какую-то они там фигню творят с ним. А могло бы быть все хорошо. Ну просто да, все равно. Надо, чтобы и Xbox был нормальный. Тогда будет конкуренция, и Sony будет этот стимул расти дальше. А так они сейчас, они у них и так все хорошо. Они булки расслабят и это самое. Надо ж дальше толкать. Блин, я надеялся, что получится дабл. Да, типа и туда, и туда. Угу. Почти было. Почти, да. Это может быть на этой E3 покажут этот. Может NX покажут на этой E3. Ну, нинтендовскую новую. Ну, остается только думать догадать. Что ж там будет? О, прям даже не надо, прям сразу подстроил, даже не надо и ничего. Все. Да. О. А, типа, у кого типа больше там, типа, тут получает девятку. Реванш, короче. Мы 1-1 идем. У нас это решающий. Ну да.
решающий матч, потому что я уже и спать пойду, я уже не могу, я уже сижу и... Сам понимаешь, каково это. Ну, да. Давай, давай, ой, хорош. Мне хоть завтра не на работу, вообще прикольный график мне начальник поставил. Выхожу с отпуска, вот один день поработал, два дня ухожу опять на выходные. За свой счет, типа? Не, такой график. Нормально. Два дня потом получается вот это вот, ну выходные, правда, надо поработать. Субботу, воскресенье. Потому что сейчас у нас вообще трое тупо осталось, вообще жесть. В отпуска, да, ушли? Да, не совсем. Жопа полная, короче. А, я понял. Я начальник. Это сейчас у всех так. Да, я начальник, короче, и чувак там, Максим. Сато недавно пришел. Короче, то есть Максима тупо всему учить надо, ты представляешь? Фау, вот так. Ну нормально, он это сам уже. Не, ну, он все, да, он к людям все нормально, просто что он не знает, понял, ни технику там, ну, ничего. Да, да, я понял. Ну особо так. Я понял. Вот он там, люди его спрашивают, а где у вас там, как сегодня сам видел, а где у вас кофеварки? Говорит, вот там, где чайники, дальше направо. Говорю, пошли, короче. Они что-то ходили, ему похер, он занимается работой, там ценнички, там еще что-то там. Туда-сюда. То есть, ну, чувак как бы делает все, то есть придраться не к чему. Смотрю, люди выбрали, несут, он типа, да, давайте. Вскрыл, проверил, он показал, что она работает, гарантию оформил. Все, тулите, типа, на кассе, до свидания. То есть он даже не подходил, ничего им не рассказывал, типа, хай сами выбирают. Говорит, что я буду рассказывать? Говорит, они все равно купят то, что они хотят. Не, ну это, в принципе, тоже правильно. Потому что, знаешь, ты заходишь, к тебе вот это липнут, ну типа вам что-то подсказать, ну может вам все-таки что-то подсказать, да, что вы что-то выбрали, что-то это, знаешь, напрягает. Я почти всегда, когда захожу в магаз, я вот если я действительно у меня какой-то завтык, я сам подхожу к консультанту и, ну, и прошу какую-то инфу. А так меня бесит, когда ко мне подходит, начинает меня вот доебываться. Так у меня такое было, что подхожу к человеку, смотрю, бродят, понял, думаю, блядь, может что-то ищут, говорю, вы что-то ищете, может, ну, вам скажу, есть у нас такое, нету. Да мне, говорит, время убиваем, говорю, а, ну, бывает. То есть тупо человек приходит, знаешь, повтыкать там, что-то он ждет. Ну, да, да. Все верно. А, блин, чуть-чуть. Особенно, знаешь, напрягает еще, когда ты заходишь в магаз, а там, короче, посетителей вообще нету, и тебе все консультанты все прям вот ждут, да, когда ты там или обратишься к ним, или еще что-то вообще. Должен, ты должен купить у меня этот телек, ты должен купить мне этот холодильник. Это бесит. То есть, когда людей много, ну нормально, ты заходишь, то есть всем на тебя, грубо говоря, пофиг, ты еще сам должен там какого-то, потому что уже консультант уже одному лапшу чешет, другому, то есть ты заходишь, то есть ты такой, знаешь, как невидимка, что ты есть, что тебя нет, вот. А когда ты заходишь, никого нет, все внимание пристально тебе и напрягает, короче. Это да. Насчет новой почты же не договорил, тогда точно. Короче, типа тролливали вся фигня, что мол, не идите туда работать, вам придется перерабатывать, короче, типа вам за это особо никто там не заплатит, типа фигню платят, мол, туда-сюда. И что-то там было такое интересное написано, что типа, конечно, там было написано. Ой. В общем, короче, не помню дословно, но не столь важно, что типа, мол, работать не переработать называется. Что давай, типа, какой я домой, блин, у тебя, вон, смотри, сколько людей стоит, надо, короче, всех обслужить, блин, а ты собрался домой, типа, в этом роде, понял? Ну, хз. Не знаю, я смотрю, блин, сколько людей там работает, все вроде нормально. Да, смотри, они столько открывают этих филиалов и работают нормально.
Именно, я, то есть если я просто не верю, что то просто посылку так... отправляют, да, вот мне вот ту же модельку, она там не помята нигде, ничего, то есть все аккуратненько, все как, ну, то есть сервис чувствуется, быстро все, это классно. Ну я тоже, сколько мне отправили, сколько я отправлял, это, это не почта России, да, которая уже мемасик на весь интернет, как они работают и вообще, что там происходит. То есть в этом плане вот тут действительно, знаешь, приятно, что вот есть сервис, который реально работает, который, знаешь, как какой-нибудь, там, ну я не знаю... FedEx тот же, да, там? Ну да, 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 то есть вот именно уже такой уровень. Я смотрел у них вакансии, короче, этот самый, как он называется, специалист по приему и обработке груза, короче, что-то типа того. Я же так себе прикинул, думаю, а что же он делает? Короче, типа, вот ты приходишь, например, да, посылку там отправить. А я тебя встречаю, там, добрый день, все дела, шеру украинская. Не, не обязательно. Там ты с ними говоришь на русском, они на русском говорят. Ну, там кто как, такого там... Там вообще у них строгое правило, на каком к тебе обратились, на таком и отвечаешь, типа вот так. Да, 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 там... Это то же самое в банк звоню, то есть этот, говорят на украинском, я с ними на русском, они оп, переключаются тоже на русский, без проблем. Ну да. Так что, ну... Опа, корона. Выиграл, да? Ну ладно. Теперь шлюха от тебя ко мне ушла. Вот какая пошла по кругу, да, видишь, у кого деньги, короче, к тому и идёт. Ну все, теперь ты мне пиво должен. Ой, да.